Что ты хочешь сказать? Я опоздал на электричку, жена попросила хлеб купить. Сейчас догоню электричку. Электричку видно, не видно того, кто за рулем сидит. Это, кстати, мой дубляж, звездный капитан звездный капитан Яна Леонардо Йонович уже догоняет. Ставлю паузу. На паузу. Давай. Звездный капитан догнал электричку. Леонардо Йонович своей царевне лягушке подарит в городе Львове все-таки кофе. Не верите? Потому что мы всегда рядом. Вы даже не знаете. Но то, что сейчас происходит, находится за вашей спиной. Если вы смотрите это видео, значит, вы уже находитесь в матрице. А матрица — это тема закрыта.